Наивно и по-детски, но так убедительно. Глядя на этих малышей, которые старательно рассказывают стишки о поведении на дорогах, кажется, нарушать больше никто не осмелится. Если он спешит проехать, ты скорее пробежать. Поступаете вы плохо, здесь беды не избежать. Самая младшая группа участников дорожного движения пропагандирует безопасность дорожного движения и как бы показывает своими вот выступлениями взрослым, что необходимо соблюдать правила дорожного движения, чтобы не было беды на дороге и самой большой беды, когда страдают под колесами автомобилей детки. Устами младенца глаголит истина, так что водителям стоит прислушаться. А для пущей убедительности, чтобы привлечь еще больше внимания, малыши запустили в небо шары. Приезжающие водители с любопытством наблюдали за происходящим. Не каждый день цветы жизни получают старших уму-разуму. Кстати, у автомобилистов была возможность стать участником необычной акции, но при одном условии – честно ответить на все волнующие детей вопросы. Учите своих детей правила дорожного движения? Конечно, обязательно учим. Если у вас кресло, пристегиваете вы детей, кто должен? Кто должен учить детей соблюдать правила дорожного движения? Это в садике, это в школе, это родители. Ребятня еще долго задавала вопросы, водители терпеливо отвечали. Удовольствие от такой необычной акции получили все, особенно дети, у которых точно надолго останется в памяти, что правила дорожного движения нарушать нельзя. Татьяна Кошелко, Игорь Бероев, новости дня.